Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет последняя часть такого интересного журнала «Первый мститель. Противостояние». Я нашла последние три наклеечки в этот интересный журнал. Такая половинка. Купенция. Железный человек. Нет, вру. Капитан Америка. И такой пояс Капитана Америки. Давайте наконец-то их наклеим, посмотрим журнал. До сих пор никак не могу посмотреть этот фильм. Но не люблю, когда ссорятся супергерои. Так. И... Всё, давайте посмотрим. Такой интересный журнал от Панини. Первый мститель противостояния у меня на русском языке. Тут у нас встречается Капитан Америка. Вот его знак. Такая блестяшечка. Собирала данный альбом я обменами. Немного покупками. Но в основном почему-то мне так умудрилось собрать именно почти что обменами. Это очень классно. Так, тут у нее у нас происшествие в Лагосе. Не знаю, как правильно ударение сделать. Это у нас Сокол. Интересный супергерой. Это у нас ведьма, кажется. И какой-то черепообразный. Голова там углядывает. Специалка такая прикольная. Старый знакомый. Череп и кости. Это у нас. Так, у него оружие. Тут одни обыкновенные, к сожалению. Мне не очень нравится, когда на одном развороте одни обыкновенные, а на другом развороте одни блестяшечки. Вот тут у нас Черная Пантера. Вроде Черная Пантера. Ну, тут все рассказывается про этот интересный фильм. Нет, это обыкновенное. Вот, целиком разворот на чьей-то стороне. Именно про Капитана Америка и Железного Человека. И на одни блестяшечки. Тут такой прикольный, такие прикольные специальные, рельефные такие. Не знаю, чем у них спец. Мне из них только одна нравится. Наклеечка. Так, тут у нас Капитан Америка. Тут прямо вот в плакате из простых наклеечек. Ну, можно сказать, разворот только плаката. Тут они так друг против друга борются. Вот, сторона Железного Человека, сторона Капитана Америки. Вообще прикольно. И главное, вот этот именно как бы плакат, но только простые наклеечки составные. Клёво ещё так. Тут у нас сторона Железного Человека. Немножко стыки видны. Вы не очень так хорошо собирается. Вот тоже все вклеено. Тут у нас костюм Капитана Америки. Как видите, у меня все собрано. Пояс, пупенция, спина, задняя часть пояса и даже его знаменитый щит. Так, щит Капитана Америка изготовлен из чистого вибрания, неразрушимого металла. Алая ведьма. Вообще, мне так нравится вот этот именно. Плохо, конечно, собрался наклеечка. Ну, вот этот именно силуэт, но вообще клево выглядит. Зимний солдат. Такая блестяшечка. И тут у нее что-то нету спеца. Сокол.
Этот мне тоже очень нравится, прикольный. Человек-муравей. Агент 13, если честно, я не очень ее знаю. Соколиный глаз, наш любимый. Так, ну, такая рельефненькая. Тут тоже немножко такие составные, только из 4 специальных. Тут у нас железный человек, оснащение железного человека. Тут один, только две простые. Остальные блестяшечки. Тут у нас сбоку голова железного, сзади торс, спереди торс, попенце, аж рука. Черная вдова. Если она вообще так на себя не похожа. Витшин. Воитель. Он за железным человеком. Черная пантера. Вот моя самая любимая из рельефной наклеечком. Черная пантера. Но он вообще тут такой классный. Очень клево выглядит. Тут глазочки блестящие. И последняя. Гражданская война начинается. Тут они как друг против друга борются. Все. Щит Капитана Америки. Такой интересный, клевый альбомчик. Кому понравилось, ставьте лайки. Интересно узнать, кто не смотрел этот интересный фильм. Все, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели видео. Спасибо. Всем пока. Бай-бай-бай.